постой. Да скажи, уж не собираешься ли ты изменить Раулю? Нет, не собираюсь. Как бывший семинарист, то есть лицо звания почти духовного, я обязан тебя исповедать. На колени. Скорей во всем признайся, дочь моя, твои грехи задолжен точно я. Тебя я с миром отпущу, и все грехи тебе прощу, когда все скажешь мне, а я. В охоту согрешила я, и измени давно брешила я. Но никого мне счастья нет, но приподнес бы хоть просвет, не то чтоб он и то нет. Покайся, спеши, снять время с души. Я права, грешна, лишь девчонки и Монмартра прекрасные, как день, но только девчонку получше одень. Готовы мы все без изъятия хоть душу отдать в обмен на платья. Характер девчонки измечив, как мать, сегодня полюбит, а завтра прощай. Но где здесь влюбленность, где просто вот это никто не разберет. Позволь мне о несвятой спросить, а вам случается порой грешить? Конечно нет. Но если да, прошу ответить мне тогда, какие вам грехи простить? Не знаю, кто простит мне этот грех, но я готов любить девчонок всех. Едва начнут мне изменять, я их стараюсь забывать, но через день влюблюсь опять. Забудешь на снег, искупишь свой грех. Забыть вас, о нет, без вас не бил мне свет. Девчонки, он мавра прекрасный, как день, но только девчонку получше одень. Готовы мы себе отдать в ответ на платье. Характер девчонки изменчив, как май. Сегодня полюби, но завтра прощай. За что же лишать нас спасения души? За то, что уж очень хороши! Солисты театра Наталья Гаман-Орлова, Иван Орлов, очаровательный балет театра музыкальной комедии.